команды играют очень агрессивно, быстро. Скоростной хоккей. Вот в эти первые минуты ошибка, пожалуйста. Бросок и гол! Никлас Йенсен забивает. Вот только я сказал, что должны увидеть голы, а вот и первая заброшенная шайба. Но воспользовались какой ошибкой соперника игроки Йокерита. И Никлас Йенсен открывает счет в этом матче, забрасывает свою третью шайбу в этом 12-м сезоне КХЛ. Вот он, герой момента, Никлас Йенсен, нападающий первой тройки Йокерита. Ну и давайте смотреть, вот она, грубейшая ошибка. И тут, конечно, расстреливает уже Никлас Йенсен Рафаэля Хакимова. Шайбу забросил Никлас Йенсен.